Здравствуйте, дорогие друзья! Французский конструктор Жорж Ришар в 1904 году основал свою автомобильную фирму «Юник». Она называлась так, потому что все машины, которые он выпускал из ворот своей фирмы, были из унифицированных деталей. Один из автомобилей, выпущенный в начале 20 века, во Франции, доехал до центра Западной Сибири. Смотрим! Мы с вами находимся в стенах Омского государственного историко-краеведческого музея в экспозиционном зале, посвященном 3 веку омской истории. Перед нами один из первых автомобилей города Омска, автомобиль Жорж Ришар французской фирмы. Появился он у нас в городе в начале 20 века и принадлежал секретарю городской управы. В 1913 году он был куплен механиком-любителем Ильчевским. В 60-е годы 20 века оказался уже в музее. В 80-е годы прошел реставрацию, и сейчас он находится перед нами. Сама фирма Жорж Ришар очень известна и своими малолитражными автомобилями, и тяжелыми гоночными автомобилями. В 1904-1905 годах автомобили Жорж Ришар выиграли Кубок Беннета и прославили своего конструктора на весь мир.